Внимание, участники! Я называю фамилии, вы подходите ко мне для выхода на сцену вместе с группой поддержки. Коростельова Лела. Будь-що випередити конкурентів, першою дістатися заповітної сцени і відкрити новий сезон улюбленого шоу «Найпалкіше бажання студентки юридичного факультету» Ані. Привіт, мене зовут Анна Свистун, і я приїхала на «Х-фактор». Капуцина Віктор, Лазарькова Ольга. Я, підходимо ко мені. Ух ти, це там вже... Свистун Ан. Есть. Здравствуйте. Я долго на вас ждала, очень сильно долго, очень-очень долго. Долго сколько? Боже, руки какие, лёд какой. Я очень волнуюсь. Я 5 лет ждала «Х-фактор». Честно, Оксаночка. Один раз хотела поехать, но не получилось. Просто с автобусом проблемы были. Давай знакомиться. Меня Аня зовут. Я родилась в городе Мариуполе. Очень приятно. Я вас обожаю. Я обожаю «Х-фактор» вообще. Я в каждого чуть ли не члена жюри влюблялась. Но это просто чудо. Так интересно тут всегда. О чем мечтаешь? Мечтаю, наверное, плавать на корабле. Класс. Умничка. Только не скучать. Только не скучать. Да-да. Но я вижу, что с тобой скучать никому не Спасибо, приходится. Оксаночка. Я за тебя поболею от всей души. Спасибочки, моя солнышко. Вот на ступенечке. Проходите же. Угу. Здравствуйте. 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 Я так долго, очень долго вас ждала. А ты что значит? А уж мы сколько ждали. Я просто счастлива. А ви можете зробити щасливими і нас також? Так. А як це треба зробити? Наприклад, заспівати пісню і підняти вам настрій. Прекрасна історія. І що ж за пісня буде? «Осколки лета» Меладзе. До речі, як вас звати? Аня. Ігор, Андрій, Ніно, Сережа. Я знаю.